мы знаем о намерении ряда наших грузинских коллег приехать в Россию и провести встречи со своими коллегами из парламента. В России этим занимается комитет Леонида Калашникова в парламенте России, это комитет по делам СНГ, евразийской интеграции, по делам соотечественников. Я уверен, если наши грузинские коллеги приедут, это будет очень полезно для российско-грузинских отношений. Я также хочу выразить свое уважение к их мужеству и готовности, несмотря на ту сложную ситуацию, которая в Грузии сегодня есть, стремиться восстановить нормальный диалог между нашими парламентами, между нашими странами. Я не сомневаюсь в том, что рано или поздно наши отношения восстановятся и станут такими же теплыми и дружественными, какими они были и какими они должны быть. И нынешняя политическая мишура, она останется в прошлом, потому что интересы и российского, и грузинского народа в том, чтобы сотрудничать друг с другом, взаимодействовать. У нас очень много общих вызовов, которые требуют вот такого взаимопонимания и сотрудничества.